7 марта сегодня потихоньку у нас подтаивают дороги горные. 0 градусов за бортом. Ну, точнее, меняется. Минус 2, минус 6, минус 7, плюс 2, 0. Ну, вот. Дорога еще обледенела, но местами подтаивает. Тишина, спокойствие. Норвегия. Это обычная стояночка лесная, небольшая. Ну, на пару машин. Машины 3, может быть, встанет. Но я вам хочу показать вот обыкновенная, да, лесная стоянка, казалось бы. Вот с таким прекрасным домиком. Туалет чистый, теплый, с горячей водой, с мылом. Все как положено. Но удивило меня здесь другое. Та-дам. Комнатка, в которой вы можете посидеть, ознакомиться с местными записями разными. Камешки какие-то здесь горные показаны, где какие, как называются. Карта. Ну и, конечно же, что меня привело в шок, это телевизор. Здесь висит телек, открытая комната, свет. Вот, пожалуйста, лежит пульт. Здесь вы можете сесть со своим завтраком, ланчем, там, чем угодно. Сесть просто в окошко, смотреть на прекрасный пейзаж. Впереди классные снежные горы, озеро. И есть какая-то книжка, которую я хотел посмотреть, что здесь. А здесь делают записи, я так понимаю, туристы, которые заезжают сюда. 16.02.2023. Первая запись у нас вот от 2019 есть. И 23 в основном. Да, это именно для этого. То есть люди, кто-то рисует себя, кто-то делает какие-то записи, пометки. Ну, язык тут сложно сказать, чей, конечно же. Ну, есть и английский, есть и норвежский, и шведский. Вот. Как-то так, очень интересно придумано. Карандашик. Пожалуйста. Розетки. Здесь теплое помещение, на улице минус 7. Классно. Я под большим впечатлением. Ну и вот чем мне нравится Норвегия, вот такими вот интересными местами, когда ты их находишь. Здесь даже можно и проводить полноценные выходные в такой тишине и спокойствии. Прогулок куча. Идите в лес, в горы, к озеру можете спуститься. Ну, конечно, в летнее время то, что душа нету, канистра есть всегда. Можно придумать что-нибудь. Не так уж это и страшно.